оркестра школы искусств номер 3. 5 лет мы шли к этому дню, чтобы выйти сегодня на эту сцену и окунуть вас в атмосферу, в которой живет наша школа. И поверьте мне, что это атмосфера любви и понимания, взаимоуважения между преподавателями и учениками, атмосфера творческая. А вот чего у нас точно в школе нет, так это безразличие. Знаете, как в том анекдоте, когда мужчина прибегает к милиционеру и кричит: «Помогите, помогите, у меня машину угнали!» А безразличный милиционер говорит: «Видел ли ты, профессиональная работа, черти!» Так вот, я хочу сказать, что в нашей школе помощь не заставляет себя ждать. Поэтому люди открыты для творчества, открыты для поиска чего-то нового и интересного. И именно поэтому, а не потому, что так написано в сценарии, на лицах сегодняшних выступающих музыкантов вы увидите улыбки и неподдельный интерес ко всему, что они делают на этой сцене. Вы знаете, сегодня перед вами будут выступать совершенно различные и по возрасту, и по своему мировоззрению люди. И придя домой после концерта, опять у каждого начнется своя Санта-Барбара со своими проблемами и заботами. Но сегодня их и всех вас в этом зале собрала школа искусств номер 3 и музыка вечная и прекрасная. В следующем году мы будем отмечать 40-летие нашей школы. И сейчас я хочу пригласить на сцену человека, который, подобно Моисею, который водил свой народ по пустыне 40 лет, так и он подводит нас к 40-летнему рубежу. Человека, который вдохновляет нас, преподавателей, на творческие победы, который воспитывает у учеников любовь к искусству. Наконец, человека, который живет и проблемами, но и достижениями нашей школы. А сегодняшний концерт – это, несомненно, большое достижение. Итак, директор школы искусств номер 3 Земцов Эдуард Викторович. Ведущая концерта Ирина Алексеева. Но, как всегда, ведущие нашей школы отнимают у меня хлеб. Ира все сказала, и мне только остается сказать вам здравствуйте, дорогие друзья. Приятно находиться на этой сцене. Вдвойне почему? По двум причинам. Первое. Мне разгорает, честно говоря, чувство радостного удовлетворения за проделанную работу. 5 лет назад мы открыли 12-е отделение нашей школы, эстрадно-джазовое отделение. И вот сейчас, в первом отделении нашего концерта, в исполнении учащихся и преподавателей этого отделения, в различных, будем говорить, номинациях, в эстрадном оркестре, в искусстве эстрадного оркестра, в искусстве диксилента, в искусстве эстрадных ансамблей, вы эти достижения услышите и увидите воочию то, что мы делали и то, что мы сделали за 5 лет. Ну, духовой оркестр у нас несколько раньше был создан, и он уже успел стать лауреатом областного конкурса, областного фестиваля духовой музыки. Но вы сегодня увидите, как дружно живут эти два коллектива. Концертмейстером трубачей в эстрадном оркестре будет играть руководит группой трубачей руководитель духового оркестра Сергей Осипов. А эстрадным оркестром руководит Андрей Товкаев, который потом будет играть на баритоне и на тромбоне в оркестре Сергея Осипова. Что хочется еще вам сказать? Просто с
Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. За то, что есть благодарная публика. И сейчас первое отделение нашего концерта начинает эстрадный оркестр. Поприветствуйте! Thank you.
своих героев лицом, поэтому еще раз представляю руководителя эстрадного оркестра Андрея Кахая. Вы знаете, наша жизнь стремительна и очень суетлива. Мы всегда вечно куда-то бежим, что-то не успеваем, но иногда хочется, даже не хочется, а нужно остановиться и отдохнуть, хотя бы для того, чтобы набраться сил, чтобы продолжать путь. Знаете, как говорил герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука»: принять ванну, выпить чашечку кофе, ну и так далее, и так далее. Так к чему я это все? Так вот, к тому, что всем, конечно, нам известно, что потребности наши в вечном конфликте с нашими возможностями. Это точно, судя по жизни. Но все равно нужно остановиться и задуматься о вечном. А лучше всего это сделать под звуки произведения задумчивого характера. Греки называют такую пьесу «Элегос», что значит «жалоба». А нам она известна под названием «Элегия». Послушайте, пожалуйста, композицию Шмидта «Элегия», соло Осипов Сергей. Thank you.
труда. Это босса-нова. В начале 60-х годов 20 века этот ритм был очень популярен и явился основой для многочисленных музыкальных пьес. Здесь собрались люди творческие, я надеюсь, поэтому вам будет нетрудно сейчас представить парный бальный танец и танцоров, кружащихся в карусели латиноамериканских ритмов. Звучит композиция Лукиновского «Карусель». Thank you.
ваше внимание на то, что обычно на состав исполнителей диксилента обычно это три духовых инструмента: корнет, труба и тромбон, которые солируют или вместе, или по отдельности на фоне ритм-группы. Итак, название следующей композиции переводится «Счастливый оркестр». Звучит «Happy Band». Thank you.
нашим драматургским композиторам Валентину Никитовичу Романкову и Валентину Ивановичу Асееву за то, что в трудный период становления нашего эстрадного оркестра они помогли нам, обогатив репертуар наших эстрадников своими собственными сочинениями. Одно из них сегодня вы услышите. Это композиция Валентина Никитовича Романкова «Мигель». Thank you.
стиль, который называется свинг. Это слово переводится как качающийся, и музыка в этом стиле напоминает балладу. Для него характерен так называемый биг-бенд, то есть уже больший состав исполнителей, и сочная гармония, остинатная пульсация, ритм группы. Сейчас вы услышите композицию Кармахиэля «Моя Джорджия», соло Сергей Осипов и Андрей Тавкайло. Thank you.
Один из магазинов как-то заходит мужчина, покупатель. После него сразу суетливо подбегает продавщица и говорит: «Какой прекрасный день! Здравствуйте! У нас в магазине вы можете купить и то. Простите, у меня с собой нет наличных». Робко извиняется мужчина, не скрывая разочарования.